Ира, иди сюда. А ну, расскажите, пожалуйста, о работе пожарников. Вот она была, пусть расскажет. Расскажите, пожалуйста. Я ехала полвторого ночи, выехала оттуда за 100 километров, чтобы мне дочка приехала с сыном, машина отказала ехать, вы представляете? Ну, ясно. Значит, вы вызвали пожарки, скажите, как работала пожарная служба? Они приехали. Служба приехала без воды. Без воды. Полезли через... в один гидрант, он забитый оказался. Да. Начали искать другой. Ну, приблизительно через час 10 после вызова они только начали действовать. Перекачивать воду с гидранта как себе в машину. Это скорее всего, мне что такое, так. Вот мне такое впечатление. Это скорее всего, что так. Это уже была команда, что будет пожар. И, ну, и все пьяные приехали. Говорят, один упал там где-то у канализации. Ну, там мне соседи рассказывали. Говорят, там упал, говорит. А вы спрашивали координаты их? Кто они такие? Мы не спрашивали их координаты. Здесь очень много людей собралось. Но здесь людей пройти нельзя было. Там документы были, мы думали документы загорать. Я сама главная. Спрашивать было некому. Мы подъехали, мне по телефону позвонили, сообщили, я был в шоке. Некого было спрашивать. Все вот так вот, как муравьи просто суетятся, никто ничего не понимает, никто ничего сказать не может. И номера записали пожарники, кто-нибудь, хоть что-нибудь этой информации. А если видео, то вы говорите, снимали кто-то видео пожара, то... Ну, это очевидец снял там. Буквально 15-20 минут ролика, просто как вот эта часть горела. Все. Именно вот эта часть горела. Не вот там вот, там где очаг возгорания пожарная, а именно вот эта часть горела. Господи, ну, четко, ясно видно. Ну, слава Богу, Бог меня спас. Ясно. Значит, пожарка без воды. Через 40 минут потом загрузились, и через полтора часа уже началось тушение. Ясно. Комиссию мы получили. Милиция расследование не проводит. Они хотят закрыть, но мы будем писать вот в понедельник еще заявление, чтобы они не закрывали дело, продолжали расследование на основании показаний очевидцев, что это неправда. Двери, это липа. Вы подготовите этот обращение очевидцев или там, скажем... Сейчас там человек, скажем... он составляет грамотно это заявление. То есть у вас юрист этот есть, да? По какой статье, да, они не имеют права закрыть, потому что будут готовить, и в понедельник они отвезут в прокуратуру и это отдадут. Договорились, все понятно, ясно. Потому что там действительно...